Молодой зампред облсовета Алексей Гончаренко не перестает вводить в заблуждение жителей Киевского района в надежде заполучить голоса на выборах. На улице Героев-Пограничников во дворе дома номер 4 в рамках программы «Народный бюджет» провели ремонтные работы межквартального проезда, отремонтировали детский сад и продолжают заменять линии электропередач. Но накануне сын мэра лично начал посещать квартиры людей, заверяя, что это исключительно его заслуга. А я обескуражен тем, что вчера ходил по квартирам Гончаренко Алексей Алексеевич и с бумагой, что и там написано с его подписью, что я такой-то, я произвел инициативу большую, вам помог, очень много помог в этом благоустройстве вашего двора и детского садика и так далее, и так далее. Но я считаю, что он неправильно себя повел, он соврал, потому что он не участвовал абсолютно здесь, мы его не видели. Вчера вечером, значит, звонок в дверь. Я открываю дверь, стоит Гончаренко и дает мне бумагу. Написано там на листе, что я вот так и так, говорит, я помогал, вот по моему просьбе вам делали двор. Но я говорю, что я, во-первых, не видел вас ни разу здесь. Мне он не понравился, то, что он пришел, понимаете, как-то просто нетактично. Нетактично показывает себе, что вот я герой. От нежданных визитов Алексея Гончаренко страдают и жильцы домов 7А и 7Б на улице Контр-Адмирала Лунина. Зампред облсовета раздает людям картошку и лук, предлагая голосовать за себя. Сын мэра и там решил присвоить себе работы, проделанные по программе «Народный бюджет», утверждая, что именно он установил детскую площадку, постелил свежий асфальт и высадил зеленые насаждения. Если человек ничего не делает и это все говорит, это очень плохо. Надо делать действительно, а не так. Прийти, просто постоять, поорать и ничего не делать.